команда 2005 года, мы провели первую часть чемпионата и закончили очень достойно, имея в пассиве из 11 игр 2 поражения. Находимся в группе лидеров, делим второе и четвертое места. И как бы с оптимизмом смотрим в следующий год. И я думаю, что также сохраним свои позиции, может быть, даже еще и лучше выступим. Ну и как бы хочу, пользуясь такой, что Новый год, перед Новым годом, это всегда такое волшебное время для детей. Верят они в чудо, они верят в какие-то. И каждый год мы устраиваем такие конкурсы, трехочковые, кто быстрее с центра попадет три раза, и разыгрываем небольшие призы, которые предоставил баскетбольный клуб «Химик». И, конечно, потому что ребята, первую часть чемпионата мы тренировались, и сейчас как бы немножко мы расслабляемся перед Новым годом, получаем позитивную энергию именно от того, что они сами с собой соревнуемся, они сами с собой. И, конечно, делаем то, что на тренировках мы не каждый раз делаем, они немножко дурачатся, немножко, дети есть дети. И мы как бы решили это сделать, чтобы это поднять, сделать новогоднее настроение. И, пользуясь случаем, хочу поздравить ребят, хочу поздравить их родителей с наступающим Новым годом, хочу пожелать им, прежде всего, здоровья, второе – это успехов в учебе, и третье – это успехи в спорте и в баскетболе в частности. Ну, с Новым годом!